Доброе утро, дорогие друзья! Один из последних моих видеороликов, в которых я снимал золотистую щурку, заканчивался съемками лисы. А сегодня съемками лисы начинается день. Иду снова по направлению к тому месту, где поселились золотистые щурки. Я уже вчера там был, вечером подъехал на велосипеде, установил присаду поближе к тому месту, где норку выкопали. В норку заглянул с помощью телефона, подсветил немножко, но до конца этой норки не видно. И сейчас иду по направлению как раз к этому гнезду, чтобы установить засидку и снимать, надеюсь, что с близкого расстояния. Иду пораньше, чтобы птицы успели привыкнуть, и надеюсь, что за полтора часа, которые я надеюсь там пролежать, я смогу дождаться подлета этих птиц на эту присаду. И лисичка порадовала. Вот с этих холмов она спускалась. Сегодня уже с утра есть ветерок. Может быть, это поспособствует тому, что мне будет не жарко. Вот так. Лисичка на свою охоту побежала, а я на фотоохоту. Вот сейчас метрах в 30 от меня поет в саду овсянка. Хорошо освещена, попробую сфотографировать. День так хорошо начинается. Прохлада, запах луговых трав, силы еще не кончились, так как еще утро. О, возлагаю большие надежды на сегодняшнюю съемку. Приближаюсь к нужному мне месту и сейчас на линии электропередач заметил щурку. Значит, уже начали охотиться. Ну что ж, может быть, и к присаде начнут привыкать пораньше. Ну вот я и залег в скородок. Расстояние примерно метров 20 до присады, которая вчера была установлена. Сейчас время 8:15 утра. Остается только ждать. Прошло чуть больше часа. К сожалению, на эту присаду ни разу щурки не садились. Я их вижу и слышу. Эти птицы садятся на верхушки деревьев, которые слева от меня. Которые на деревья, которые растут во враге. Даже не знаю, стоит ли мне пробовать перенаправить фотоаппарат в ту сторону, так как расстояние не очень близкое, там, где они садятся. Временами щурки взлетают с этих веток и зависают в воздухе.
Вот так фотоохота на золотистых щурок плавно переросла фотоохоту на сусликов. Семейка сусликов, там самочка и три детеныша. Такие забавные. Смог примерно на 20 метров к ним приблизиться. А в самом начале я наблюдал их из своего скоротка, который находится вот примерно на той стороне, над обрывом. Там небольшой уступ, на нем я и находился. Сейчас до сих пор там сетка стоит. Сейчас пойду сниму и пойду в обратную сторону. Ну что ж, давно я суслика хотел поснимать. Вот и получилось. Жаль только тот фокус с щурками не удался. Когда я, установив присаду, надеялся фотографировать их с близкого расстояния. Ну ладно. Когда я снимал сусликов, я заметил, что приближается коршун. Я начал его фотографировать. А суслик... Ну вот самка суслика и ее детеныши также остались стоять на одном месте и не убежали никуда, не спрятались. Хотя коршун пролетел непосредственно над ними. Высота была не очень большая, я не знаю, насколько ловкий коршун, чтобы успеть спуститься и поймать сусликов. Думаю, что несколько качественных снимков коршуна тоже получились.